Ребята, всем привет! С наступающим Новым годом! Скорее всего, уже с Новым годом, потому что этот влог вы будете смотреть 1 января. Ну, а мы сейчас делаем салатик. Я сейчас буду натирать картофель для салата «Селедка под шубой». Теперь нужно тереть свеклу, но перчатки у нас закончились, поэтому будем выкручиваться. Взяла пакеты и сейчас буду вместо перчаток надевать пакеты. Пока мы с мамой делаем салат, и папа сходил за тортом. Все-таки того желтого не было с мышкой и в виде сыра, головки сыра, поэтому взяли торт в буше, но взяли тоже желтый. Там написано «С Новым годом», в общем, потом откроем, я вам покажу его. Пока не хочу открывать, так красиво упакован он. Не знаю, вообще дойдет у нас в эту новогоднюю ночь до сладкого, но тортик должен быть. Так, салат готов. Второй тоже практически готов салатик. Ну и мы открыли торт. Посмотрите, какой красивый, но маленький тортик. Вот такой вот желтенький. Здесь маракуйя и маковые пышки. Думаю, будет очень вкусно. Ну, он такой маленький. Он такой маленький. А нам больше и не надо. У нас Новый год уже начался. Нет, мы провожаем, скажем так, старые. Ну, можно так сказать. У нас, милашка, вот такое вот детское шампанское «Холодное сердце». Здесь клубника, яблоко и банан. Но чувствуется прям клубника. Но она говорит, как компот. На самом деле очень похож, только газированный на компот. Деле, на самом деле я не прям люблю... клубника, банан и яблоко вообще не чувствуется. На самом деле я не люблю компот, но... Ну это вкусно, да? Ну да. Ну... Сейчас подарки. Первый подарок это Данке. Дане мы подарим вот такую вот подставку для карандашей. Подарим вот такой вот калькулятор. Здесь ананасики, калькулятор такой тоненький. У меня, кстати, есть такой белый калькулятор, тоже с ананасом. И вот решили Дане взять вот такой вот оранжевый, розовый, не знаю, какого он там правильно цвета. Так, Дане подарок сложили. Еще положили, кстати, хлопушку маленькую. Ну и складываем остальные подарочки. Так, все, упаковали все подарочки. Дане решили положить вот в такой пакет. А тетю Леню сейчас упакуем в бумагу красивую. Как раз там коробка такая квадратная, и будет прикольно в бумаге. А Данке решили вот в такой пакетик положить. И, кстати, хлопушку взяли побольше. Не маленькую положили, а побольше. Ой, вот она бумага. А еще вот здесь вот лежит мой подарочек, который мне не разрешают открыть. Это Миланка приготовила, да, подарок. И мамин там где-то еще подарочек, вон он, да, вижу. В общем, ждем Нового года открывать подарочки. Решили сразу еще упаковать Данке подарок на день рождения. Взяли вот такие вот топатулии фламинго, такие классные. И вот такой вот альбом. Этот альбом с черными листами, находит художественную школу, увлекается рисованием, думаю, ей этот альбом понравится. Ну и какой день рождения без шариков? Конечно же, уже ближе к дню рождения закажем шарики. Упаковали уже подарочек, посмотрите, как у нас получилось. Я сделала вот такой вот бантик. Не знаю, мне кажется, прикольно получилось. В общем, вот такой подарок и еще один бабушке с дедушкой упаковали тоже подарок в упаковочную бумагу. Ну, а так здесь стоят подарочки. Вот это, кстати, остается. У меня все-таки получилось уговорить маму и оставить эту вещь нам. Ребята, мой любимый салатик готов. Это первая мисочка. И мама сделала еще такую вторую. Я этот салат просто обожаю. Здесь куриная грудка, омлет, морковка по-корейски и кукуруза. В общем, в принципе, салат очень легкий, но очень-очень вкусный. Пишите свой любимый салат. Ну, а я сейчас буду пробовать этот салатик и столичный. Макс, Макс, ты тоже Новый год ждешь, да? Тоже Новый год ждешь? Чё? А, у меня руки пахнут салатом, мне нравится этот запах. Салаты просто нереальные. Максик, Максик. А у нас тихий час. Мы сейчас ложимся спать. И когда проснемся, скорее всего, будут уже подарочки. Нет, все, мы ложимся спать. Пока. Хотя бы на часик нам сказали поспать лечь. А мы тут распаковываем подарочки. Миланка уже в подарках нашла вот такую вот игрушку. Это Лика мне подарила. Да, это то, что я Миланке подарила. А я нашла вот такие вот заколочки блестящие. Сегодня, да, я возьму розовенькую и серебряную. А может быть, две розовые, в общем, не знаю. Распаковываем дальше подарки.
распаковываем следующие подарочки. И еще один из подарков — это вот такая вот белая шапка, а внутри она еще и меховая. Вообще класс. Что? Ой, Лика еще забыла один подарок. Милана заметила. Я его а это сама. Шорты. Мне их подарила бабушка Оля. Ребята, посмотрите, что у нас здесь происходит. Зайцы бегают. Сладкие подарки, пакеты пустые, хлопушки пустые. А самое главное, подарочки. Посмотрите, какие мне подарили бомбочки. Помните, я вам как-то показывала бомбочки в Икее, в Меге? Я сказала, то, что мне эти бомбочки очень нравятся. Ай, посмотрите, мне их подарили. Да, мне Дедушка Мороз подарил вот такую бомбочку с снеговичком, вот такую бомбочку с Снегурочкой и вот такую бомбочку с Дедушкой Морозом. А еще мне подарили здесь очень-очень много всего-всего-всего прикольного и интересного. Но я вам это все покажу, знаете, когда? Знаете, когда? В следующем видео. Буду распаковывать все свои подарочки и показывать вам. Ну, а мы сейчас это все это убираем и будем сейчас ставить стол. Я уже оделась, накрасилась и сейчас еще надену вот такие вот сережки. Вот такие вот все-таки решила сегодня надеть на новогоднюю ночь. Кстати, поменяла свои часы на вот эти. Мне кажется, к этому платятся эти часики больше подходят. Ждем иронию судьбы или с легким паром, начнется в 9.30, а сейчас... Ой, в 7.30, а сейчас 7.20. Прикольная кисточка. Ой, аккуратно, я Миланке подарила такие вот блески, сейчас будем делать с ней разноцветные татушки блестящие. Я хочу вот такую. О, свет появился. Ну, а я уже готова к Новому году. В общем, я поставила камеру снимать, и у меня закончилась память. Я вам не засняла, как я украшала эти стаканчики, но я на бокалы вот такие вот шапочки надела. Свечи поставили. Детское шампанское, которое мы уже сегодня открыли. Холодное сердце, кстати, очень-очень вкусное. Не помню, говорила или нет. Как компот. Да, как компот. А еще посередине поставили вот такую вот тарелочку с зайчиками. Да. И Миланка все не может расстаться со своими зайцами, которые я подарила. И малышка. И малышка, да, там малышка. Сейчас еще должна прийти тетя Лена с Даной. Ну, просто поздравим все. Да, мы поздравим друг друга, и все, и они уходят дальше отмечать, и мы тоже пойдем дальше отмечать. А завтра они придут к нам. Ребята, я сейчас вспомнила, что я совсем забыла про лак для волос с блесками. Так что сейчас на причесочку еще побрызгаю. Мы уже практически полностью все поставили на стол. У нас вот такие вот мои любимые, опять же, грибочки фаршированные, рулетики фаршированные. Миланкина игрушка плачет. Грибочки маринованные. Капуста. Фу, капуста. Морковка по-корейски. Нет, я не хочу капусту. Бутерброды с красной икрой. Помидоры, нарезочка. Ну, еще пюрешка и шашлык рыбный и мясной жарится. К нам уже зашла тетя Лена с Данкой и принесли нам подарочек. Это мой подарок. Это Данка Милане. Подарок принесла, вот такую сумку, которую раскрашивать. Эльза, холодное сердце. Что там? Цвет, да, меняет? Розовый. Ничего себе. И вот такой вот шоколадный сюрпризик. А это от тети Лены. И еще сейчас покажу вам. Еще вот здесь вот подарочек. Здесь один подарок мне. Это Данка покупала, выбирала. Эльза! Вау, Милана, посмотри, какая Эльза. Класс. В общем, здесь один подарочек Данка выбирала маме, а один подарочек мне. Помогите. Только я не знаю, не пойму, что мне, а что маме. В общем, здесь вот такие вот два наборчика. И давайте откроем, посмотрим вот эту вот коробочку. Мне очень интересно, что здесь.
Тебе удобно? Неудобно, неудобно. Мне же неудобно. Нет, что-то мне тоже, по-моему, неудобно. Ладно, сейчас открою, бантик сниму, покажу вам. В восторге от Эльзы. Вау, ничего себе, здесь тоже бомбочки. Да, такая же у меня есть уже бомбочка. Класс, это как это, Дедушка Мороз. Да, и еще есть вот такая вот бомбочка с мышкой, супер. Это все, наверное, знают, что я обожаю эти бомбочки. Это вот такой вот, это что, это мыло, космическое мыло. Вот, кстати, это наборчик. Космическое мыло. Да, а это гель для душа яблоко с корицей. Ничего себе! Классно! Спасибо, если смотрят меня. Спасибо большое. И это, конечно же, тоже очень приятно получить. Здесь набор. Смотрите. 3 по 30 миллилитров. Оригинальная коллекция косметических средств для поддержания красоты кожи лица и сос ухода. А это, если я сейчас найду что-нибудь на русском. Экспресс-средство для снятия макияжа с глаз. Нежный крем для лица и тела. Но вот это вот, скорее всего, маме. А вот это вот мне. Вот такие вот крема. Спасибо большое. Вообще классные подарочки такие. Спасибо. Вообще офигенно. Спасибо. Сейчас откроем Эльзу. Шашлычок уже пришел к нам домой. Шашлык такой вкусный. Это не подгорело, он зажаренный. Здесь маринад такой соевый соус. И он просто офигенный. Здесь нет ни грамма соли. Но он очень такой вкусный, сочный, солененький в то же время. Прям вообще офигенный шашлык. Я не ожидала, что он будет такой вкусный. Я вообще не очень люблю свинину, шашлык такой. Но этот шашлык просто офигенный. И еще рыбка, конечно же, рыбка жареная. И вот она, наша рыбка. Тоже очень-очень вкусная. Прям вообще офигеть. Новый год! У нас даже ничего не помещается уже. Столично стоит в другой стороне, мясо тоже, шашлык стоит в другой стороне. Столично не помещается, мы решили вот так вот его подать. Смотрите, выложили формочку в круглую. В общем, мне кажется, получилось круто. Да. Салатики уже все достали. Красота! Скоро Новый год, скоро Новый год, скоро Новый год. Это каждый Новый год. Нет, еще не Новый год. Милана уже ест бутерброды с икрой. Моя новогодняя тарелочка. Единственное, сюда не влез салат, селедка под шубой. Но я обязательно его потом попробую. Еще, тренируйся. Давай, смотри, куда стрелочки показывают. Ой, я боюсь. Давай. Все, ребята, мы уже убираем и будем ложиться спать. У нас уже практически 3 часа ночи. Да. Смотрим концерт по «России-1» и убираем. Так что на этом, наверное, мой новогодний влог подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока! А завтра я сниму видео, в котором буду распаковывать и показывать вам все мои подарки. Потому что подарков очень-очень много. Я тоже. Пока!